Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского, которая присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского университета Евгением Завойским. Важность премии, она прежде всего заключается в том, что это должно быть международное признание того, что Казань есть столица электронного парамагнитного резонанса и вообще магнитного резонанса. Все-таки, наверное, самое главное – это и премия, и, так сказать, мировое признание, и взаимодействие с международным сообществом, магнитным или магниторезонансным международным сообществом, важно для того, чтобы в Казани это все развивалось живо дальше и, опять-таки, было, ну, близко к какому-нибудь первому месту в мире. Лауреатом высокой научной награды 2019 года стал профессор Хитоши Отто. Она присуждена ему за выдающийся вклад в терагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применение в физике твердого тела. Я бы хотела повторить, что для нас это огромная честь, для меня поздравить профессора Отто еще раз. Поздравлять на японском. Хитоши Отто – один из основателей Азиатского Тихоокеанского общества электронного парамагнитного резонанса и общества электронно-спиновой науки и технологии. Very honored, especially this occasion of 75th anniversary first discovery of Zabolsky. This is maybe seventh visit to Kazan. There, 2006 was the first time to visit, and I already attended this ceremony, Zabolsky ceremony. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.